жестковато, наверное. Христианской традиции строить на Рождество вертепы более 2000 лет. Ее назначение – воссоздать обстановку, в которой появился на свет Спаситель. Отец Вячеслав, настоятель Свято-Никольского храма, ежегодно организует строительство рождественского вертепа в Советском. Вот и сейчас во дворе церкви все готово для начала работ. Уже завезены блоки изо льда, определено место для будущей пещеры. Стены из льда выложим. Крышу накроем. Там, в нише, будет установлено изображение Рождества Христова. Здесь будет такая, как апсидка сделана. Изображение Рождества Христова. Ну и такой маленький стилизованный подсвечник. Импровизированная пещера будет небольшой, вертеп не будет закрываться, поэтому попасть в него верующие смогут и днем, и вечером. Однако, как отмечает отец Вячеслав, это все же не святое место, молиться нужно в церкви. По русской традиции, давнишней традиции, люди ставят свечи на таких священных памятных, в памятных местах, поэтому будет устроено место, где люди могут будет ставить свечи. В общем-то, прийти и ощутить себя вот тем мудрецом, волхвом или пастушком, который пришел на поклонение Христу Спасителю. Постройка вертепа будет полностью завершена к 6 января, как раз к рождественскому сочельнику. Игорь Скворцов, Игорь Степанов, телеканал Первый Советский.